Теперь у подростков Камня на Оби по вечерам новое место для сборищ и развлечений, но исключительно полезных. На старом стадионе появилась новая спортивная площадка. Качать пресс, висеть, лазать по лестницам могут как самые маленькие, так и дети постарше. Перекладины, кольца, турнички разные, на цепях. Подтягивается. Я на турничок, вот, крутится. Спортивный комплекс появился благодаря городской федерации борьбы и неравнодушным гражданам. Спортсмены и активисты собрали уже более 60 тысяч рублей на спортоборудование. Администрация города денег не добавила, но выделила место для установки тренажеров. Горожанам осталось только сделать насыпь на площадке. Молодежь тянется к спорту, поэтому надо как-то им помогать, потому что не хватает этого. Очень много другого, а спорта очень мало. Это далеко не все идеи каменских активистов. Следующим летом они хотят расширить тренировочный комплекс. Конечно, денег придется собрать еще больше, чтобы поставить полноценные тренажеры. Как считают инициаторы, это поможет сделать тренировки и спорт неотъемлемой частью жителей Камня на Оби. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.